Привет, друзья, товарищи. Заплыв по реке Луге, ну, туда вниз по течению. 223 метра. Посчитал? Да. Ой, она какая прохладная. Сейчас я пообыкну. Все, поплыл и чуть-чуть туда, на тот берег забирай. На какой? На тот. На левый? Ой. Какой рукой ты гребсти будешь? Да никак. Ой, тут камни. Ой, камни. Ну и все, ноги поджимай, да и плыви. Ой, ой, в что я вписался? Ноги чуть-чуть вперед. Да я как-то вот так. Нормально иду? Нормально. Ой, тут дно. Чуть левее бери. Ой, собака за нами. Да не за нами. Левее, бери чуть-чуть. Совсем на берег выйдешь. Левее, левее. Да ты пешком иди. Да тут камни. Ну ты потихоньку дно трогай, а я тебе говорю. Ну я трогаю нормально. Тапки бы у меня давно улетели. Ну нормально иду. О, прямо, иди. Да, вообще зашибись. Я тебе скажу, где подождешь. Да ты дно-то достаешь? Да. Ну и иди. Я ноги параллельно вытяну. Ты как бы потихоньку по дну иди. Да я ноги вперед вытянул. Чтобы не это. Ну, здесь нету, я скажу, напротив машины там. Все, левее. Нормально так? Нормально. Река Уда, отдыхаем в Сибири, ё-моё. Кайфово. Ой, чё, браво. О, шикарно. Что там день, жди меня. Где? Вот здесь, останавливайся. Ой. Там, держись. Там, ой, ни хрена ты кинь. Ой. Ой, мама дорогая, меня течет. Я не могу стоять. Ты где? Хорош, забирай. Все, на берег? Не-не-не-не, не надо здесь не выйти. Тут все. Тут ставки в этой пине, вот здесь пина. Ну, что тащит? Потихоньку поддерживайся, держись. Тащит нехило. Жалеть это особенно. А? Камень не попался. А я так уже притормозил. Ну все, иди, теперь иди. Я, чтобы мне с машиной так быть. Ну мы на траверзу уже почти вышли, машина. Нет, еще метров 20-30. Сейчас я давай камеру назад делай. Да их тут полно. Нет, а ну, травы я вроде шибко не чувствовал. Вон она, трава сейчас. А? Ой-ой-ой-ой-ой. Огроменные камни, мама дорогая. Вот сейчас они будут там, вот здесь. Вот. Начинаем. Давай, иди, потихоньку иди. И потихоньку ногами. Да иду нормально, если я... Не, сейчас вот там не начнутся, понял? И кругом я тебе говорю. Ой. И трава здесь все. Нет, тапки бы у меня уплыли, однозначно. Ладно, я их к жилету прицепил. Ой. Ты не плыви, а иди. Я иду. Аккуратно выбирай. Ну естественно. Тут водоросли и камни.
трава, трава. Вот ее мы тогда на лодке здесь катались, намотали на винт. Вот здесь сейчас будет камни. Водоросли, я, конечно, вступать. Там не браво. Однозначно. Все. Иди. Вот так иди, все правильно. Только аккуратно. Может на берег тут вылез? Пусты. Иди, здесь вот камни, все. Да неужели? А я думал. Вот такие мы плывуны. Они скользкие камни. Все? Все уже. Там тапки здесь одевай, чтобы здесь не ходить ни почему. Тапки иди. Тапочки, бампочки. Все, пошли там. Куда? Ну, поплывем еще раз. А что? Пять чек. Сейчас. А? Ну поплыв. Блин, эти камни вылазят, честно мне. Ну а что делать-то? Одевай, значит, там тапки, вот где остановился, там тапки одевай и иди в них. Ты понимаешь, что в тапках иди. Что без тапок. Короче, поплыли. Я нет. Не поплывешь? Нет. А? Выход был бы человеческий. Че бы не плавал. Плыть-то нормально. Открой машину. Машинку открой. Ну вот такие, друзья, приключения.